В этом видео Чон Ги Йон демонстрирует прекрасное исполнение акуряши барай. Как и многие корейские приемы, этот бросок выполняется с обманным движением. Прежде чем выполнить задуманный прием, Чон делает большое обманное движение вперед, чтобы потом бросить соперника назад с помощью акуряши барай. Чон берет захват высоко и сильно обеими руками за отворот кимоно, убеждая своего соперника, что он будет бросать вперед. Вот взгляните, насколько крепко руки стягивают отворот соперника в верхней части. Затем идет большое движение всего тела, которое вызывает реакцию соперника. Здесь вы можете увидеть скорость и изменение направления движения перед выбиванием ног соперника. Обратите внимание на перемещение тела и центр тяжести Чона. На полной скорости вы можете оценить большую эффективность этой техники. Что касается подсекающей ноги, то посмотрите, как она перемещается назад обеих ног соперника. Ноги Чона всегда в движении, но затем левая нога делает петлю вокруг соперника, выполняя прием. Сверху вы можете увидеть, что Чон своей грудью движется вместе с броском, доводя его до завершения. Вот отработка движения этой техники без партнера. В то время как верхняя часть тела относительно напряжена, бедра и нижняя часть тела расслаблены и легки. И снова посмотрим на работу с партнером. Это превосходно. Очень хороший пример исполнения этой техники на соревнованиях. Это один из фрагментов чемпионата мира 2014 года. Ли Йон Чун поймал этим приемом Сохейона. Это захватывающий дух корейский вариант акуряши барай. Посетите superstarjudo.com, чтобы узнать больше о корейском дзюдо.